Светлана Статкевич, «Миссис Вселенная Беларусь 2015». Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, как вы готовились к конкурсу, чем вы надеетесь удивить на этом конкурсе, на что вы рассчитываете, какие ожидания у вас от этой предстоящей вам недели. Подготовка была очень быстрая, сложная. Большая благодарность для моих друзей, коллег, которые действительно меня поддержали на этом конкурсе, подготовки к этому конкурсу. И работа была очень сложная. Национальный костюм будет уникальным. Это будет стилизованный национальный костюм от Вероники Канашевич. Открою секрет, это будет одежда шляхтичей Рагнеда Радзивилл. Я думаю, что ее смело можно приписать к истории нашей Белоруссии. И вот в таком особом наряде я буду представлять нашу страну на данном конкурсе, на национальном дне, который состоится завтра, и на финале этого конкурса. Я уже довольна тем, что очень теплая атмосфера царит среди участниц. Девочки еще не все, конечно, леди еще не все прибыли, они постепенно прибывают. Но я надеюсь, что это будет очень дружеская и добрая атмосфера. Спасибо большое, желаем вам удачи на конкурсе. Спасибо. И с нетерпением ждем вашего костюма. Спасибо. Чтобы его... Спасибо.